сделано в Вятке. Да, это историческая программа «Сделано в Вятке». Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Я напоминаю, что почти месяц назад, 27 октября, в эфир выходила наша историческая программа, посвященная революционным событиям 1917 года. На Вятке здесь у нас. Почему? Потому что столетие, напоминаю. И сегодня, по большому счету, будет продолжение той самой передачи. Я приветствую в нашей студии Павла Шарабарова. Это историк, кандидат исторических наук. Павел, добрый день. Добрый день. И тогда, вот месяц назад, Павел сказал, а ведь в последнее время очень много появилось новых фактов о тех событиях, ранее неизвестных, недоступных. Итак, сегодня мы снова с вами вернемся в 1917-й, о февральской революции поговорим, об октябрьской революции, о том, что до этого момента не было известно. Я думаю, что передача у нас сегодня будет интересной. Итак, возвращаемся. От чего оттолкнемся? Опять-таки от февраля. От февраля, от нарастания, собственно, да, вот каких-то массовых волнений, движений. Итак, сосредоточились. Да, в первую очередь хотелось бы сказать, что последний где-то год в библиотеке имени Герцена, сотрудником которого я тоже являюсь, в Центре регионоведения, мы готовим сборник документов по 17-му году от января до декабря. И погрузившись в эту тему, мы обнаружили очень много интересных моментов, которые ранее были неизвестны. Неизвестны или не обращали на них внимания? Почему они не были известны? А потому что на них, возможно, не обращали внимания, потому что источники, например, та же самая периодика газеты, они были доступны любому пользователю. Секрета в этом никакого не было. Да, библиотеки имени Герцена в Кривическом отделе, но нельзя было их показывать. Ну, знаем, да, советскую историографию, которая, вне всякого сомнения, дала очень многое и много белых пятен брала, но все-таки некоторая идеологическая заданность была. И мы знаем, что если в 17-м году, да и до этого, крестьяне, например, выступали, что было самое главное, значит, это большевики. И вообще основное в истории это классовая борьба. Но опять же, посмотрев документы того периода, можно увидеть, что люди жили, ну, может быть, не так же, как сейчас, но также были заботы, чаяния, семьи, разные. Конечно, работа, вот в связи с этим, я хотел о пропитании и так далее. Хотел бы необычный, можно сказать, документ процитировать, который был опубликован в газете «Вятская речь» 1 января 1917 года, то есть Новый год. И было опубликовано стихотворение. Вот послушайте, пожалуйста. «Пробила полночь, Новый год вошел неслышную стопою. Пусть счастье новое взойдет с ним вместе над страной родной. Кошмары тяжких старых дней уйдут, как этот старый год. И пусть, как добрый чародей, он мир для мира принесет. Пусть Новый год, как добрый гений, весь мир стрелой облетит. И пламя жаркое сражение волшебную вестью погасит. И плач и стоны вдов-сирот, и язвы страшных прошлых лет залечат юный Новый год, закроет их глубокий след. Пробила полночь, Новый год вошел неслышную стопою. Пусть счастье новое придет с ним вместе для страны родной». Ну что, полную какую-то аналогию можно провести с 1 января 2017 года. Абсолютно. 2018 наступающего. Да. С обычные такие человеческие эмоции, да? Несмотря на то, что продолжалась Первая мировая война, кстати. Конечно, третий год шла война. Было очень тяжелое продовольственное положение. Но в чем... Опять же, возвращаясь, я думаю, будет достоинство нашего сборника документов, что мы не зациклились исключительно на революционных событиях, а просто показываем год. С января. В январе люди, конечно, учитывая военное время, жили с определенными трудностями, но они жили так же, как и, там, и 10, и 20 лет назад. Выражали верноподданнические настроения там, Николаю II, царской семье. Но вот этот перелом, о чем вот мы говорили две недели назад, просто головокружительный, произошел в конце февраля. И поражает то, как люди очень быстро перестроились и стали называть то время, в которое они жили в течение долгого времени, их деды, прадеды, стали называть страшным временем. Вот немного также процитирую редакционную статью, которая была опубликована в нашей газете, тоже, по-моему, «Вятская речь», 4 марта
2017 года, то есть только-только пришли сообщения о свержении самодержавия, как тогда говорили, хотя еще юридически это не было закреплено. И здесь очень важны те формулировки, которые использовались. Вот давайте послушаем, да. Свершилась история, произнесла свой грозный приговор. Старой России больше не существует. В могучем порыве встала великая новая Россия, титаническим усилием сбросила с себя позорные цепи рабства, лжи, обмана и предательства. Еще вчера темные силы старого режима открыто издевались над многомиллионной страной. Еще вчера они цинично и нагло справляли свой чудовищный и бесстыдный пир на глазах народа, истекающего кровью в страшной борьбе на жизнь и смерть заклятым врагом. А теперь смолкли торжествующие клики, опрокинуты пиршественные столы, и властная рука народа хозяина столкнула их в мрачные казематы Петропавловской крепости, где ими были замучены тысячи лучших сынов России только за то, что они хотели счастья своей страдавшейся родине. Ну и так далее. Там привет новому правительству, да здравствует великая свободная Россия и так далее. Это 4 марта. То есть только-только и... Очень пафосно, конечно, и очень так и... категорично по отношению к прошлому. Да. И о чем также я говорил, поражает то единодушие, с которым выступили жители всей России, в том числе и Вятской губернии. Но мне что-то подсказывает, что этот текст он мог быть опубликован, вернее, написан не здесь у нас, а просто разослан. Нет, почему? Нет? Или это креатив? Я еще раз скажу, это Вятская речь. Издателем Вятской речи являлся один из старейших революционеров, народников Вятской губернии, Николай Полонович Чурушин, брат знаменитого архитектора, очень образованный человек. Нет, вне всякого сомнения, этот текст был написан в Вятке и принадлежит перу нашего вятского деятеля. И вообще вот газета «Вятская речь» являлась рупором либеральной общественности, которая, можно сказать, правила бал у нас с марта по, ну, по сути, по декабрь 2017 года. И вот в связи с этим интересно читать в том числе и эту периодику. Так вот, возвращаясь к этому единодушию, думаю, интересна реакция на свержение, по сути, самодержавия, очень важного общественного организма, такого как Русская Православная Церковь. Ну, мы знаем, что император был помазанником Божиим, да, его власть освящалась церковью. И опять же, 5 марта в Троицком кафедральном соборе, который находился на месте современного Вечного Огня, состоялось торжественное богослужение, где присутствовал и епископ того времени Никандр, и губернатор еще тогда, который не сложил полномочия, ну, вообще верхушка губернии, где был торжественно зачитан манифест об отречении Николая II и, соответственно, Михаила Александровича. И что здесь интересно, епископ Никандр произнес речь, где разъяснял пастве значение этого события. И как же интересно. Интересно, да. Ну, там можно много говорить, но вот этот текст был опубликован в Вятских епархиальных ведомостях. Официальное издание, сейчас мы говорим о Вятской епархии. Интересно, как называлась эта речь. «Ничего обыкновенного не случилось». Вот это точная цитата. «Ничего обыкновенного не случилось». Там Никандр объясняет, что проводит параллель, что Россия и русский народ — это семья, а императорская фамилия — это как отец и мать. И в жизни любой семьи наступает тот момент, когда их дети... Птенцы должны покинуть гнездо, да? Вот так ему говорил. Ничего особенного не случилось. Просто народ созрел до того, что им уже... Они могут жить спокойно, свободно и так далее. Ну, я думаю, каждый может для себя... Чуть более 300 лет уже было дому Романовых, да? Ну да, 305 лет к тому времени. Ну вот, говорил, 305 лет как раз было достаточно для того, по мнению епископа Никандра, чтобы российский народ почувствовал себя самостоятельно. И, опять же, может быть, кому это сейчас не понравится, но я подчеркиваю, что я цитирую только документы,
ситуации, многие священники стали с себя снимать кресты, мотивируя это тем, что на крестах вензель Николая II. Вот, также могу вот, процитировать письмо священника Орловского уезда, где он говорил, что я снимаю с себя крест на военные нужды, жертву эту я делаю по такому соображению. Наши священнические кресты установлены старой властью в память коронации бывшего царя Николая II, которые имеют на левой стороне инициал Н Николая II с короной. Я, как истинный патриот, не могу носить на себе память царской деспотической власти, а потому вхожу с ходатайством принять мою жертву на алтарь Отечества, который хотя бы малую крупицу принесет пользу нашей многострадальной родине. Что это говорит? То есть, снимая крест, он перестает быть священнослужителем? Нет, он не переставал быть священником. Он тем самым подчеркивал свою приверженность новой России. Угу. И снимая, он как бы тоже отрицал все, что было. Да-да-да. Все, что связано с царской фамилией. При этом говорил, что когда будет благоугодной новой власти установить другие священнические кресты в память освобождения России от тирании, я немедленно таковой приобрету на свои средства. Интересно бы знать, что случилось в дальнейшем с этим священнослужителем и с многими его коллегами. Священник, кстати, был. Угу. Их довольно много было, но... Которые поступили именно так, да? Да. Угу. Но в то же самое время были священники, которые отказывались зачитывать манифест об отречении Николая II. То есть церковь разделилась в определенной степени? В определенной степени, как и все общество. Угу. Но, к сожалению или к счастью, тоже может каждый для себя решать, те люди, которые не приняли те перемены, которые произошли весной 17-го года, были в подавляющем меньшинстве. Конечно, есть и были случаи, когда, вот повторю, отказывались зачитывать манифест. Была так называемая черносотенная агитация. Но, что интересно, те же самых монархистов арестовывали и препровождали, ну, в первую очередь, в губернскую вятку. Почему это интересно? Потому что монархию никто не запрещал. И учредительное собрание, которое должно было созваться там сначала в сентябре, потом в октябре, в ноябре 17-го года, постоянно переносили сроки, могло, ну, на грани научной фантастики, да, и провозгласить дальнейшую монархию в России. Но, вот, возможно, это энергия снизу, которая у нас очень часто в самые разные исторические периоды бьет ключом, пыталась вот данные тенденции в корне пресекать. То есть, если, вот, например, один из священников в Орловском тоже, кстати, что интересно, в Орловском же уезде, в селе Пышак, отказался зачитывать народу манифест, и его арестовали и проводили в распоряжении епископа Никандра. Но жестоко все-таки с ними не обращались. Нет. Здесь, ну как? То есть арестовать, изолировать, но не более того, там, каких-то телесных пыток или не знаю. Да нет, телесные наказания у нас были отменены еще в середине 19 века. Но вот здесь сам факт вот симптомом таким являлся вот радикализации настроений. Вообще жизнь в Вятке бурлила, и вот один из интереснейших сюжетов, которые мы также будем раскрывать, относятся к проездным через Вятку выдающихся личностей. Известных людей. Да, то есть известно, что наш город с конца 19 века был связан с остальной Россией железной дорогой, да, а в начале 20 века оформился Транссиб, и весна 17 года освободила многих политических ссыльных, которые, как правило, находились в Сибири и направились в центр Москвы и Петроград. Они проезжали через Вятку. Поезда довольно долго стояли. Интересно, что люди, жившие в Вятке, знали, что проедет через наш город тот или иной человек. Вот, например, 10 марта через наш город из Сибири проехали депутаты и большевики. Но один не так известен Муранов, но второй вместе с ним ехал Лев Борисович Каменев. В Вятке неизвестно, как его встречали. Известно, как его встречали в Зуевке.
Тоже 10 марта днем был устроен митинг, где... То есть время стоянки поезда было использовано как раз-таки для общения с, это с этой личностью. Часто подобные моменты присутствовали. Например, в 20-х годах у нас Каменев приезжал, Бухарин, Калинин и так далее. Троцкий был в 18-м году, его бронепоезд стоял у нас в Вятке. Интересно, вот еще 12 марта через Вятку приезжал тальман финляндского сейма Свинхувуд Пер Эвент с таким интересным именем. Его местный железнодорожный комитет поприветствовал, даже собрал для него деньги 210 рублей. И он даже расписался в журнале и написал: «За право и свободу напрасно никогда не борются». Но я понимаю, что для широкой аудитории это имя ничего не значит. Из-за этого скажу, что именно вот Пер Эвенду в декабре 17 года Ленин вручил документ о независимости Финляндии. Ого! То есть представитель от всей страны. Да. С ноября 17 года он был председателем Сената Финляндии. Это аналог премьер-министра. С 30 по 31 год он был премьер-министром. А с 31 по 37 год президентом Финляндии. То есть это выдающаяся личность и очень знаковая для Финляндии того периода. Но, в принципе, вот стоял у истоков государственности современной Финляндии. Вот 28 июня из Ставки приезжала чрезвычайная американская миссия в составе Эли Рута. Тоже, я думаю, не очень знакомо, но здесь можно сказать, что это бывший военный министр США с 1899 по 1904 год, госсекретарь США, бывший сенатор от штата Нью-Йорк и лауреат... Руководитель внешнеполитического ведомства, да. И лауреат Нобелевской премии мира 1912 года. Был вот у нас Вятки и американский военный, бывший начальник штаба сухопутных войск США Хью Ленокс Скотт. И, кстати, он был в свое время генерал-адъютантом департамента Кубы. То есть, побросал человек. Да, и вот они у нас Вятки в течение, по-моему, там писали около 2 часов. Была стоянка поезда, и были приветствия от железнодорожников, от местных военных, вот 106-го пехотного полка. И, такая гастроль такая через всю страну. Да, ну станция, остановка. Так, надо что-то речь какую-то толкнуть, народ ждет. Ну, я думаю, тут одинаково. На следующей станции, на следующей и так далее. День до этого были там, допустим, в Перми то же самое говорили. Ну, все это так или иначе жители Вятки подогревало все-таки их вот это, да? Конечно. Душевные порывы, надежды на изменения позитивные вот, и так далее. Вот здесь, кстати, вот что говорили американцы, я думаю, тут можно процитировать. С какой речью выступали? Да, вот тот же самый бывший госсекретарь США, лауреат Нобелевской премии Эли Рут. Американцы, получившие свободу 140 лет тому назад, пришли защищать юную свободу России. Дезорганизация, которой была больна русская армия, проходит. Я убежден, что русский солдат защитит свободу, и общий враг будет побежден вместе со своим милитаризмом и монархизмом. Объехав весь фронт и Россию, я твердо убежден, что сердце России здорово. И вот такие речи, конечно, это все подогревало. И опять же, вот подобная, можно сказать, пропаганда и ухудшающаяся ситуация с продовольствием, в том числе и многие нерешенные проблемы, которые не решало временное правительство, приводило к тому, что люди сами в той или иной мере решали свои проблемы, ну и как принято было говорить, распространялись анархические тенденции. Ну, один из ярких примеров – это событие июля 17 года, 5 июля. Известно, что в Вятке с 1894 года стоял памятник Александру Третьему. В сквере вокруг Александра Невского собора, да, это район современной филармонии Гагаринского парка. И, насколько я знаю, многие считают, что этот памятник разрушили большевики, там, куда так, в 18-19-м, нет, в 17-м году, летом. В начале июля. Да, в начале июля, средь бела дня, как писали группы из 12 солдат, разрушили этот памятник.
да, там специальным приспособлением, он довольно высокий был, бронзовый скинули, он сильно помялся. И... Но известно, чья это была инициатива? Нет, или это какое-то стихийное? Просто... Вообще неизвестно. Главное, что в это время в Вятке стоял эшелон с сибирскими полками. И в дальнейшем даже руками разводили, неизвестно, то ли это наши местные солдаты, то ли это сибирские. Угу. Сибирские куда двигались? Солдаты? Они двигались на фронт. На фронт. Война ведь шла, угу, конечно. Да, и никто не поймал, тоже в описании этих событий звучало, что сторож вовремя заметил, пытался вызвать милицию, но ничего не произошло, и вот безнаказанным оказался данный вандализм. Ну, известно, что где-то до конца 20-х годов постамент стоял в складах. Ну, возможно, его там и сам бюст, который около 250 килограмм весил, ну, бронзовый переплавили в тяжелые годы. Так вот один из интереснейших моментов. Много здесь... Но это, видимо, не единственный, да, пример, не единственный случай такого проявления. Конечно, недовольство. По всей Вятке, по всей Вятской губернии, вот о чем я тоже... Или глубинка все-таки как-то поспокойнее там все? Нет, нет? Глубинки, крестьянское население начинало, известно такой термин «черный передел», угу. То есть стали делить землю, отбирать у помещиков, ну, которые у нас там оставались в южных уездов, ну, и... производили там самовольные порубки. Довольно тяжелая ситуация сложилась в Сарапульском уезде, где в соответствии со Столыпинской аграрной реформой довольно много было так называемых отрубников, то есть люди, которые вышли из общины и завели собственное хозяйство. В 17 году объявили свободу, и вот местные общинники решили, что слово «свобода» можно воспринимать как, ну, делай, что хочешь. И стали, ну, вплоть до избиений, да, были вот данных отрубников. То есть физические конфликты были, да, такие, вот, да? Вот, да, даже Вятке, губернскому городу, приходилось отправлять Сарапул представителям местного губернского комиссара и воинское подразделение для того, чтобы... урегулирование вопросов. Да. Ну, там они порешали о том, что ладно, мы данный сезон как бы еще спокойно приведем, мы будем ждать и учредительного собрания, ну, потому что, ну, отрубники это считали вот данные общинники, это мироеды, мир это община, и они должны быть ликвидированы, да, как, ну, пережиток старой тоже власти. И, кстати, это к вопросу о значении общины в крестьянстве. Большим элементом таким дестабилизации были войска, которые, кстати, в Глазове много дров наломали, так сказать. Большой проблемой было кумышковарение. Это, ну, самогонку гнали. Ну, напомню, что у нас был сухой закон, введен еще царской властью, и люди... Я думаю, многие помнят, люди старшего возраста, период Горбачевский, сухой закон, середина 80-х годов. Вот примерно то же самое было в начале 20 века. И люди стали гнать самогонку, так называемую кумышку, и продавали тем же самым солдатам, травились и так далее. И вот летом солдаты, которые квартировались в Глазове и ждали отправки на фронт, по собственному почину решили организовать рейд по деревням. По выявлению людей, которые этими занимаются. Да. Угу. Там, честно говоря, очень сложно свести концы с концами. Ну, знаете, представляете, да, там дело производства, да, сейчас там один пишет одно, другое другое. Но факт, что эти солдаты занимались там и порками, и многие сами, так сказать, вели не очень трезвый образ жизни, и волна негодования поднялась среди крестьянства. Там пока суть до дела, пока было разбирательство, солдаты уехали на фронт. И брать было не с кого, ничего. То есть это продолжалось в течение некого периода времени? Да, там они были, ну, по крайней мере, по сообщениям, видно, пару месяцев.
Да, там и местные жители писали жалобы, что в местных парках солдаты средь бела дня, как вот говорили, пьянствуют, играют в карты, пристают к местным жителям. И довольно сильно местные были недовольны. Картина понятна, да. Картина понятна, когда пьяные солдаты, да еще и с оружием, да. Ну, определенное, конечно, волнение. Да, война идет. Война идет. Молодые парни, там, 20-летние, сидят в тылу. Чем заниматься? Чем дело? Надо куда-то свою энергию расходовать. Девать. Да. Интересно, кстати, вот письмо тоже, по-моему, «Вятской речи» было опубликовано. Женщина, которая писала, что вроде бы в апреле 2017 года ее дочка, местная гимназистка, пришла домой в слезах. Оказалось, что она шла по улице, тоже средь бела дня. Солдат к ней подошел, ее поцеловал. Поцеловал. Ну, в щечку. Угу. Но с таким возмущением женщина писала, да что такое. А случаи, кстати, более грубого обращения с женщинами? Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Нет, да, я понимаю, об этом не пишется. Не было, по крайней мере, не зафиксировано в этой рамке. Кстати, вот слово «свобода» понималось по-разному во многих случаях. И тоже в марте, вот одно из проявлений вот этого понятия можно проследить. На одном из заседаний городской думы было предложение переименовать улицу Николаевскую в улицу Свободы. Ну, улица Николаевская — это современная улица Ленина. Ленина, да. Ну, там было решено, что давайте повременим, где-то на следующее... В общем, удержались. Ну, на следующее заседание перенесем, но в следующее заседание этот вопрос не поднимался. То есть вот современная улица Ленина могла быть улицей Свободы. Да, интересный такой факт. Ну, это, да, симптом такой, потому что Николаевская была названа в честь бракосочетания Николая II. Павел Шароборов, историк, кандидат исторических наук. Вместе с ним мы сегодня путешествуем, если можно так выразиться, по 1917 году, ровно 100 лет назад. Движемся постепенно от февральской к октябрьской революции. Сейчас делаем небольшую рекламную паузу, ближе к октябрю, да, уже будем подбираться. Сделано в Вятке. Продолжается программа «Сделано в Вятке». Павел Шароборов, историк, кандидат исторических наук, сегодня повествует о событиях 1917-го у нас здесь, в Вятке или на Вятке. Я немножко отвлекусь. Павел является сотрудником Кировского областного краеведческого музея. Буквально расскажите, что-то к столетию приготовлено сейчас, так, чтобы пригласить наших слушателей? В первую очередь в этом направлении у нас работает наш отдел. Это музейно-выставочный центр «Диорама». В этом году была значительно обновлена экспозиция на втором этаже. В первую очередь там повествуется о предпосылках революции, то есть о общественно-политической, социальной жизни Вятской губернии в начале 20 века. Довольно интересно, мне кажется, получилось. То есть здесь человек может представить и довольно объемно, чем жила Вятка с 1900 по 1917 год. В общем, добро пожаловать в Диораму, да, если вы хотите поболее узнать о тех событиях. И недавно у нас была открыта временная выставка «Мы наш, мы новый мир построим», посвященная непосредственно столетию Октябрьской революции на первом этаже. Уже приглашаю наших слушателей, посвященная советскому периоду. У нас недавно, буквально прошлое воскресенье, в Диораме был Николай Николаевич Соломин. Это автор художественного полотна Диорамы, который, к счастью, здравствует. И очень высоко оценил вот эту выставку. Он сейчас живет в Москве, такой сторонний взгляд. Полотно было создано в 77-м году. В этом году, ровно 40 лет назад. Да. Ну, давайте возвращаемся, да, уже ближе к октябрю 1917 года. Вот сейчас вы в перерыве напомнили, что таким знаковым событием был перевод стрелок часов. Еще. Да, Вятская речь сообщала в августе месяце, что, вот, процитирую, Вятский губернский комиссар объявляет, что в целях экономии световой энергии временное правительство постановило перевести во всей России часовую стрелку на 1 час вперед. А затем в 2018 году, кстати, забегая вперед, переводили обратно. То есть, можно сказать... То есть ничего не поменялось? Нет. Ну как?
Сейчас, я имею в виду, сейчас перевели, потом обратно, да. Да. Интересно, я думаю, для многих, как организовался Великорецкий крестный ход в 17 году. Здесь тоже были свои особенности. Давайте. Не хватало хлеба. Период тот же? Да, 17 год. Ну, я имею в виду, конец весны, начало лета, да? 21 мая. 21 мая, ну да. Ну, получается. По старому стилю, угу. Да, прибавляем 13 дней, и не было хлеба. И богомольцев призывали запастись хлебом из дома ввиду несдачи продовольствия в селе Великорецком. То есть раньше там выдавали, а тут уже не было такой возможности. Нужно было хлеб брать с собой. Да, и просили губернский продовольственный комитет принять все меры к увеличению запасов хлеба в селе Великорецком и местных военных властей об охране порядка в городе Вятки. Ну, по всей видимости, все нормально прошло, потому что сообщений больше не было. И вот и говоря о том, как ухудшалось положение в Вятке, да и по всей России, вот тот период, я думаю, можно несколько цифр назвать о том, как росли цены. Цены на продовольствие. Цены на продовольствие. Так вот, тоже по сообщениям, цены на продукты продовольствия поднялись за время войны, то есть с 2014 года, от 386 до 2500%. По официальным данным, на 1 октября 2017 года, по сравнению с ценами на 1 июля 2014 года, то есть 3 с небольшим года, поднялись на ржаную муку на 720%, молоко 1100%, картофель 1500%, мясо 566%, яйца 900%, лук 2500%, на обувь 15-16 раз, платье в 10 раз и так далее. Зарплата, я думаю, не стоит говорить, что совсем не поспевала за этим. Основная причина – дефицит. Конечно, страна воевала, и все шло на военные нужды. Дефицит, этого просто не было. Да, поэтому вообще ничего не было, у нас карточная система была. И большевики очень умело этим пользовались. Довольно хорошо известны те события, которые происходили в центре. А у нас большевиков было мало, и вот тот информационный фонд, который существовал... Не больше 30 человек было? Ну, первоначально, да, к осени 2017 года, по официальным данным, до 3000 человек. До 3 уже. Ага. Ну, 4 миллиона населения губернии. Угу. После известных событий июля 2017 года, когда произошли массовые митинги в Петрограде, после которой Ленину пришлось бежать, началась массовая истерия против большевиков, вот как раз миф о деньгах немецких и так далее, в том числе и у нас. Это было интересные письма, которые писали вятские большевики в нашу прессу. И интересно, что либеральные газеты их публиковали. Ну, потому что они для них были, какая-то кучка, которая... к ним не относилась. Да. Так вот, думаю, тоже интересно с высоты там, начала 21 века вот это послушать. Гражданин-редактор. Это июнь 17 года. За последнее время участились выступления в городах. И многие, тут я процитирую себя, называют большевиками. «Самым решительным образом мы отмежевываемся от этого», — пишут большевики. Вятское организационное бюро заявляет, что идейный большевизм с призывами к насилию и выступлениям ничего общего не имеет, и никакие выступления категорически осуждают. И обвинение большевиков в пропаганде, агитации, ложь и клевета. И говорят, что неправильно обвиняют большевиков в том, что они закроют все церкви. Нет, ни в коем случае мы не против религии. Неправильно обвиняют большевиков, что мы против власти имущих. Нет, мы готовы к компромиссу и так далее. Но, думаю, также каждый может сделать для себя определенные выводы и дальше. И в целом, по документам видно, что к осени большевики набирали все больше и больше вес. Да, и спустя месяц после Октябрьского переворота, либо Великой Октябрьской революции, эта волна приходилась к нам. Угу. Да, известно, что 25 ноября была провозглашена советская власть в губернии, но ее провозгласил городской совет РСДРП. И в то время... Тоже немногие об этом знают. У нас, по сути, существовала своя республика во главе с Верховным Советом по управлению губернией.
Оно существовало, ну, худо-бедно около полутора месяцев. И этот совет даже хотел выпускать собственные деньги. Ох. Ну, я тоже могу процитировать. Это, кстати, уже публиковала «Вятская правда» в конце декабря. Губернским земствам окончательно решено выпустить для внутреннего обращения в губернии под обеспечение земским имуществом 30 миллионов бон. Боны — это псевдоденьги. Uh-huh. Достоинством рубль 3, 5 и 10 рублей. Всего на сумму около 200 миллионов рублей. Для этого даже была закуплена типография, знаменитая типография Шкляева. И уже все. В общем, поэтому... еще чуть-чуть бы действительно бы деньги-то свои напечатали. Да, были бы и свои деньги, uh-huh, и так далее. Почему мы говорим о республике? Потому что Верховный Совет, в принципе, представлял из себя людей, которые оказались ставленниками временного правительства. Временного правительства фактически не существовало. Uh-huh. И вот таким образом, очень uh-huh интересно. Ну, главная там цель была дождаться учредительного собрания, uh-huh, которое должно было решить дальнейшие пути. И вот что еще интересно. Вот тот момент, я думаю, тоже люди подготовленные... Минуты есть у нас, да, еще. Знают о том, что в дальнейшем Зиновьева и Каменева обвиняли в том, что они сообщили о готовящемся перевороте, опубликовали. Ну, не знаю. Почитав наши газеты того периода, там практически, знаете, как сейчас онлайн-трансляция. Да, в интернете mm-hmm можно посмотреть. Ну, здесь там на два дня попозже, но пишут, что 10 октября должны были выступить большевики, но они не выступили, мы можем вздохнуть спокойно. Потом 20 вроде бы октября должны выступать. Ну, сейчас посмотрим. Вот таким образом, то есть вот люди ждали, что что-то должно mm-hmm произойти. Ну, вот в конечном итоге произошло в ночь на 25 октября и докатилось до нас в ноябре месяце. Интересно, как после этих событий 25 ноября, 27 числа на заседании Верховного Совета по управлению губернией пришла два солдата, вот представители Вятского Совета, и сказали, да, что власть захватили советы. После этого посвящались, сказали, да, мы принимаем к сведению. И интересное описание, что солдат ухмыльнулся, пожелал удачи на работе этого совета. Сказал, мы вам все сказали, развернулся и ушел. Спасибо за этот интересный рассказ. Павел Шароборов, кандидат исторических наук. Февральская и Октябрьская революции 1917-го. События на Вятке, новые факты. Это тема очередной программы «Сделано в Вятке», которая завершается на этом. Спасибо, Павел. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Всего доброго. «Сделано в Вятке».